Как только все закончится с аэропортом, тут будет всем по-другому. Александр, можешь объяснить ваш жизнь года назад, чем вы занимался? Ну, знаете, ходил в баню, встречался с кумом, ходил в город спокойно, никто меня не фотографировал. Ходил в кафе, жил нормальной человеческой жизнью. Сейчас стою с вами, с автоматом, в форме. И даже украинские военные хотят со мной сфотографироваться. Подойдите аккуратненько. Вот все закончится, приедете, сядем обязательно. Посадим опять на каждого жителя Донецка, посадим по кусту роз. Отстроим эти дома, вернем, сделаем нормальный, красивый аэропорт, чтобы гордиться можно было всему миру. Ну, надо только победить. И все остальное. Полоса, но не могу сейчас что-то сесть. Там вертолет. Вертолет может. Самолет не сядет. Но у нас достаточно длинный. С военно-транспортным наверняка.